Здравствуйте, видео обзор на абсолютно новый планшет OKitel. Распаковывался он здесь. Пользовались им только мы, чисто для проверки. Планшет в идеальном состоянии, так как новый. Комплект, соответственно, полный. Держатель, ремешок, чтобы через плечо таскать. Зарядное устройство, блок 33 ватта. Пароль, если что, вдруг 4.0. До конца пленочку снимать не буду, чтобы не оторвалась. Батарея у данного планшета 20 тысяч ампер часов. Восемь гигабайт оперативной памяти, 256 внутренней, 8-ядерный процессор, 16-мегапиксельные камеры, что передние, что задние, и 13-й Android. Полностью исправен. Работоспособен. Повторюсь, планшет абсолютно новый. Подойдет что для подарка, что для работы. Возможно, для каких-то более серьезных вещей. Водонепроницаемый. Отличный аппарат. Приятного просмотра. Рекомендую к приобретению.